Сегодня глава республики обсудил с руководителями правоохранительных органов Чувашии оперативную обстановку в праздничные дни. 1600 полицейских с 1 по 8 января работали в усиленном режиме. Министр внутренних дел по Чувашской республике Сергей Семенов доложил, что количество преступлений по сравнению с прошлым годом снизилось на 30%. Работали в режиме усиления в связи с волгоградскими событиями, не только мы, но и другие ведомства правоохранительной направленности в этой связи. Поэтому мы констатируем, что, в общем-то, элементов экстремистских преступлений, вообще в целом административных правонарушений в зонах проведения праздничных мероприятий мы не допустили. Глава МЧС по Чувашии Станислав Антонов сообщил, что происшествие на воде не зарегистрировано, хотя толщина льда в водоемах в два раза меньше нормы. Отдельный разговор о противопожарной безопасности. Из-за нарушения правил или использования петард и пиротехники ни одного пожара не зафиксировано. Мы одни из немногих на территории страны субъектов, в которых не произошло по этой причине пожаров. Такие показатели, по мнению собравшихся, достигнуты благодаря повышению культурного уровня жителей республики, ответственности за собственную жизнь и безопасность. Глава Чувашии выразил благодарность всем сотрудникам силовых структур за эффективную и оперативную работу в период новогодних каникул.